Новогоднее шоу для детей и взрослых. В преддверии главного праздника года в новокузнецкий цирк приехало шоу «Сказка. Кремлевская елка». Мои коллеги побывали на премьере и могут рассказать, чем необычно новое представление. Отплясывать на Новый год готовы все, даже мишки. Вообще, животные в этом шоу практически равноправные артисты. Свою лепту в этот праздник на арене вносят все, от мала до велика. Обилие давно полюбившихся и современных героев делает новогоднюю сказку интересной. И, конечно, какой цирк без фокусов, силачей, воздушных гимнастов и акробатов? Создатели программы постарались отвлечь зрителей от будней, создавая ощущение волшебства. Номера с животными, ямайский балет, различные жонглеры. Хочется создать у зрителей веселое настроение. Кроме новогоднего представления, в фойе цирка вы увидите развлекательные аттракционы, хороводы, множество розыгрышей, подарков. И, кстати, с главным новогодним волшебником здесь можно встретиться на каждом шагу. Это еще одна изюминка шоу. Маленьких гостей здесь развлекают постоянно. Но основное действие, конечно, разворачивается на арене. Каждый номер уникален и незабываем. Знакомьтесь, железный Самсон. И действительно веришь, что сделан из железа. Общий вес 500 килограммов. Как не этот силач может не заметить проехавший по нему внедорожник. А вот чего обычно не хватает взрослым на Новый год, так это координации движений. Но на такие трюки способны избранные. Все представление пронизано волшебством. И, разумеется, как в любой сказке, здесь тоже добрый финал. Даже Баба-Яга в ходе представления оказывается не просто воплощением зла, а отличным организатором, которого в итоге готовы взять свою команду Дед Мороз и Снегурочка. С Новым годом, друзья! Приходите к нам в цирк! С Новым годом! Александр Пятницкий, Константин Шнитков, новости 10 канала.